Приветствуем вас, дорогие зрители нашего канала. Друзья, буквально несколько минут назад мы узнали, что в Линкоме советский и российский актер театра и кино Александр Збруев отчаянно цепляется за место в лучах славы. Несмотря на достойный возраст, актеру уже 85 лет. Он продолжит служить в Линкоме. Артист признается, что будущее его тревожит. В 2020 и 2021 году Збруев был дважды сражен тяжелым недугом – коронавирусом. И хотя госпитализации получилось избежать, тяжелый кашель и температура не прибавляли артисту уверенности в себе и в своем здоровье. К счастью, недуг удалось победить. Сразу после выздоровления актер обещал поклонникам вернуться на сцену. Впереди у актера новый, уже 61-й сезон в Линкоме и новое испытание – совместная работа с недавно назначенным главным режиссером театра Алексеем Франдети. Несколько месяцев назад все члены труппы уходили в отпуск со множеством вопросов, отметил Збруев. Назначение Франдети стало неожиданностью, никто не знал, почему приняли именно его кандидатуру, были ли вообще другие претенденты. Актеры надеются на лучшее, однако видя, что теперь происходит в столичных театрах, сохранять позитивный настрой все сложнее. Никаких планов актер сейчас не строит. Он пояснил, что еще полон творческих идей и сил, но все зависит от него самого. Звезда советского кино никогда не спрашивала ролей и сама себя режиссером не предлагала, хотя теперь так делают многие. Збруев пояснил, что от Алексея Франдети, как и от любого нового режиссера, артисты ждут чего-то необычного, свежего. Однако в свете последних событий надежды могут остаться только надеждами. Желаем крепкого здоровья Александру Збруеву.